Всем, ребят, привет! Сегодня я решил немножко покопать. Сегодня у меня коп будет коротенький, в связи с чем вы знаете уже. Вот, и решил я пройти вот по этому месту. Раньше здесь вроде как стояли дома, но, к сожалению, здесь места уже все выбиты. Копари, которые профессионалы уже, я считаю, которые копают больше 5 лет, они сказали, что здесь уже все выбито начисто. Вот хочу пройти. В том году я ходил раньше здесь с Аськой. Действительно, я ничего не нашел здесь, но ходил я вон по той местности. Вот, но сейчас вот решил немножко сместиться вот сюда вот. И хочу пару часов здесь прогуляться. Погода у нас просто замечательная. Прям суперская, все подсохло. Вот, снега нету. Погода радует, говорят, на выходные вообще будет очень жарко. И вот на выходные я куда-нибудь отправлюсь. Если вы это видео смотрите, значит, у меня какие-то находки будут. Вот, так что будем продолжать ходить по этому месту и узнаем с вами, насколько были ребята эти профессионалы. Вот что советовали, здесь смысла нет ходить. Так что посмотрим. Находки будут, вы об этом узнаете. Итак, хожу я по этому месту. Прошелся я, наверное, 200 метров. И знаете, меня это место стало расстраивать сразу. Потому что здесь столько ям. Я даже не знаю, ямы у нас и прошлого года, и прозапрошлого. Короче, все года, походу, здесь копали люди. Я даже не знал. В том году я столько не видел. Видно, не там копал, где надо. Вот, ну, по этому вот склону прогулялся. Здесь бульдозером как будто накопали, блин. Очень много ям. Вот, и интересно то, что в каждой ямке хороший сигнал по ВДИ. И знаете, у меня выпал сигнальчик. Сейчас я вам покажу, что у меня выпало. Но сразу скажу, что это не монета. Так, это у нас колечко обручальное. Ох, это даже не колечко обручальное, а вроде как печатка. Или перстенек, что-то в этом роде. Или пытались сделать перстенек. А может и есть перстенек. Вот видите, имеется форма перстня. Не просто медное кольцо. Но сразу видно, что это у нас было сделано из монеты. Потому что грубая окантовочка колечка. Внутри вырублено не очень гладко. Ну вот такое вот колечко у меня выпало. Отзвон очень хороший. Так что... И буквально, знаете, вот ну, на пятачке, где все изрыто, буквально, прям везде все изрыто, был очень хороший сигнал. Ну и достаточно неглубоко. Ну все, задел есть, значит, видео у меня будет продолжаться. Ну и вот у меня на сегодня первая монета. И это у нас копеечка Советы. Сохранчик. Просто замечательная, 1955 года. Вот такая вот у нас монета. Выцепил самое главное. Вроде монетка маленькая. Итак, еще один сигнальчик я выцепил буквально рядом вот с прошлогодней ямкой. Видно, что в этой ямке была пробочка. Вон она лежит. И достал рядышком вот такое вот маленькое колечко. Ой, опять перстенек. Смотрите, какой перстенек суперский. Блин, зачетное. Женское колечко. Я не знаю, пальчики очень тоненькие были. Вот. И вот такой вот перстенек. Внутри у нас имеется рисунок. Ну, очень красиво. Девушка была, дюймовочка. Вот такое маленькое колечко.
А внутри у нас рисунок вроде как, ну, непонятно, какой-то, ну, интересный рисунок обычно, вроде как снежинки. Ну, ладно, продолжаем. Итак, у меня очередной сигнал, и поймал я на этот раз вот такую вот рыбу. Вот такая вот рыбешка. Ну, судя по всему, это, наверное, была блесна. Вот такие вот раньше древние были блесна. Интересная, конечно, вещица. Как-никак предмет старины. То есть это, наверное, одна из самых первых блесн, которые появились. Вот такая вот штучка. Присел я вот на такую вот полянку немного передохнуть. Вот, и рядом вокруг меня вот такие вот цветочки. Эти цветочки по детству мы ели. И они называются у нас гусиная лапка или что-то в этом роде. И мы их ели. На вкус они немножко такие сладковатые. Вот. По детству мы очень много чего ели. Так что с голоду в лесу не пропадешь. Иногда уходили утром и приходили уже, когда темнело. И вот мы в лесу питались всякой вот такой вот бедой. Берите на вооружение. Вот такие цветочки можно есть. Они не ядовитые и на вкус сладковатые. Итак, ребята, вышла у нас находочка вот такая вот. Это у нас Николай I. 3 копейки. 3 копейки серебром. Большая такая, огромная монета. 1840 года. ЕМ. Находка зачетная. Берем. Итак, наконец-то хороший сигнальчик. И выпала, я понимаю, монета. Да, классно. Это у нас монета. 3 копеечки. 1898 год. К сожалению, затертая. Но все равно находка приятная тем, что это монета. И, в принципе, большая монета. Здесь мы копаем. Солнышко светит, припекает, жарко. Птички. В общем, все как надо. И вот такая вот монета. Итак, очередной у меня сигнал. И выпала у меня находка. И находка у нас вот такой крестик. Женский крестик. Ну, в принципе, если его почистить хорошо, то и сохранчик будет неплохой. Вот такой крестиковый листок у нас появился на свет. Подымал я еще конинку. Вот такую вот. Конина, ничего особенного, без рисунка, среднего размера. Есть побольше такого же образца и совсем маленькие. Иду я в сторону машины, так что сейчас, наверное, будем заканчивать. Очередной у меня сигнал, это у меня монета. Монета советская, 3 копеечки. 50 какого-то года. Сейчас мы скажем, какой год у нас. Да, год у нас 57-й вроде. 57-й или 51-й. Ну, не столь важно. Обычная советская монета. Ничего особенного. Шел я к машине. И у меня прибор вот что показывает. Закончено. Между прочим,
прибор экономный, практически хватило на 5 копов. Копы, как вы сами знаете, у меня иногда бывает с утра и до темна. Пару раз у меня был коп коротенький, всего на 3-4 часа. Вот, и в данном случае у меня коп всего-навсего на 2 часа. Слава Богу, что под конец копа, когда я уже планировал ехать домой, у меня закончилась батарея. Вот. Еще одна у меня тут была находка, но я ее не снимал. Это обычный вот такой вот нож. Такой обычный нож. Этот нож у нас использовали, как я слышал, для чистки полов. Вот раньше полы не просто мыли, но и скоблили вот такими вот ножами. Нож очень острый до сих пор. Вот. Но кто-то говорит, что такими ножами еще чистили обувь от грязи. Но можно использовать во всех вариантах этот нож. Я не удивился, если бы еще масло размазывали на хлебушка таким ножом. Ну, закончу я свой коп. Находки вы все видели. У нас ветер поднялся, солнышко упало. То есть прохладненько. Вот. Буду заканчивать. Итак, ребят, закончу я на сегодня коп. Солнышко садится. Но подустал я сегодня. Сегодня коп у меня удался. Погода просто замечательная. Завтра снова отправляемся на коп. Вот. Поедем сразу несколько, наверное, человек. Стас Фартовый поедет обязательно. Вот. Позвоню еще пару ребятам. Мы встретимся. Я вот в гости еду в деревню. Вот в этой деревне мы встретимся и решим, куда ехать. Потому что, в принципе, еще грязь находится у нас. Погода все не высушила еще, хотя уже довольно-таки приятно копать. Грязи нету. Но где теневые места, у нас до сих пор имеется снег. И, естественно, вот эти вот грязь и лужа может помешать проезду к далеким деревням. Так что завтра у нас будет коп на весь день. Сегодня немножко не получилось на весь день. Я с работы сегодня пришел. Ну все, наверное, закончу я свой коп. Всем пока!